26 сентября недалеко от Берлина разбился автобус с польскими туристами. 12 человек погибли, еще около 30 получили травмы разной степени тяжести. Автобус возвращался в Польшу из Испании. Авария произошла на автобане А-10. Предположительно, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем, но не справился с управлением. В результате автобус врезался в опору моста, сошел с трассы и упал в кювет. По данным полиции, в автобусе находились 46 пассажиров. Автобан А-10 был полностью перекрыт для проведения спасательных работ и осмотра места происшествия. Как отмечают местные СМИ, это самая крупная автокатастрофа в этом году на территории Германии.